доброго. Идет? Да. Пулемет. Сейчас ветерок успокоится, будет хорошо. Трактор нам все, лейка. А? Трактор. Стоят. Там все разве под ветер. Команда пришла. Человек, наверное, 5. И на ночь. И видно, что подгатые. Маленькие расскажут тоже. У нас будет 5 человек, 10 утра. Попробуй что-то сказать. На машине заезжают. Да-да-да. Я еще думаю, что они на машине выезжают. Такая грязюка, знаешь, и они... Ну, ради чего, вот сказал бы, ехать, а? Ветер неудобный сегодня, под руку дует. Такая, знаешь, сопля, блин. Она сопливая, и удары не такие, но вываживание... Получаешь удовольствие, да? Пора было. Я не знаю, где валик пропал. Работа сегодня к родственникам кто-то поехал. Куда? Без. Упал. Паузу взрывали. Прошлой неделе вот. Прошлой неделе. Там сюда в сторону города Супротена. Нет. Наоборот. И, наоборот, Цыплянку. Да, сюда. Я приезжаю туда на велике. Выезжая мимо Мерседес-центра туда. И там, где труба такая. Я с тобой поболтал, делал паузу, и она села. Хищная. Белый хищный. Да, у нее такие глоточные зубы, это вообще капец. Я вот да. Да там, сколько я спрашивал, там никогда не гоняют. Они, вот я сколько лет ездил на Днестр, всегда платил, в принципе, нормально. В прошлом году не заплатил лицензию и залез с товарищем под старый мост разбитый. Ты же Габасар, знаешь. И я как чувствовал в тот день, что нас зажопят. И так оно и получилось. Приехала инспекция, все арестовали. По-божески, на двоих. Вообще рыбы не было. Говорит, я все выпускаю. У меня нет рыбы.
говорить.